Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Сочинского ОВД выявлен факт реализации без рецепта и с грубым нарушением лицензионных требований сильнодействующих лекарств. В ходе осмотра аптеки полицейскими изъято почти 15 тысяч таблеток и более 1000 флаконов различных сильнодействующих препаратов. Ими провизоры торговали без лицензии. Кроме того, при проверке были установлены нарушения предметно-количественного учета подобных препаратов. В отношении юридического лица и директора аптеки были составлены административные протоколы.